В центре семейного отдыха в Владивостоке сегодня многолюдно. Здесь проходит форум педиатров, на который съехались представители медицинского сообщества, а также других смежных отраслей со всего Приморского края. Более 200 участников. Огромное количество специалистов в области педиатрии вместил сегодня этот зал. Мероприятие продлится до вечера. Педиатрический форум проходит во Владивостоке впервые. Медицинское сообщество будет обсуждать такие актуальные проблемы, как первичная профилактика рака, иммунная недостаточность, безопасное применение лекарств у детей и многое другое. Приветствуя собравшихся, инициатор форума, министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко отметила, что такой формат встречи практикующих врачей с экспертами высокого уровня будет безусловно эффективен. Очень авторитетные, представляющие хорошие доклады. Вот вы видите, там представители центральных вузов приехали, участвуют Тихоокеанский государственный медицинский университет, наши внештатные специалисты, межведомственное взаимодействие. У нас выступала заместитель директора Министерства социальной защиты и представляла ту работу, которую они проводят, и важно нам работать совместно. Ну и помимо того, что получат новые современные самые знания, еще и смогут обменяться практическим опытом, пообщаться. Помимо докладов, участников ждут практические семинары на тему родительского инфантилизма и психосоматического состояния детей в неблагополучных семьях. Главная цель форума, который продлится 2 дня, объединить усилия педиатров со всего Приморского края ради сохранения здоровья детей. Понять, что они не одни работают где-то далеко в глубинке, что есть коллеги, к которым можно обратиться, с которыми можно пообщаться на благо, так сказать, своей работы и повышение качества оказания медицинской помощи нашим деткам. Я думаю, что он пройдет успешно и будет традиционным в дальнейшем.